Всем привет! 88-я серия турецкого сериала «Ветреный холм» выйдет 1 мая. Если вы хотите, чтобы Халиль увидел истинное лицо Альпера, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Зейнеп начала сильно паниковать, когда узнала о том, что Альпер похитил ее бабушку и увез в лес. Она сказала Халилю, что лучше бы Альпер похитил ее, и если вдруг с бабушкой что-то случится, она себе этого не простит. Халиль пообещал, что он не позволит Альперу причинить вред госпоже Земрют и самой Зейнеп. Также он попросил Зейнеп быть сильной и не отчаиваться, ведь они оба прошли через многие испытания и всегда находили из них выход. Также Халиль сказал, что он знает лучше всех, насколько Зейнеп стойкая и выносливая, поэтому нужно прийти в себя и продолжить поиски. Очень скоро им удалось найти в лесу бабушку. Но Халилю пришлось один на один столкнуться с Альпером, у которого в руках был пистолет. Когда Зейнеп увела бабушку в безопасное место, прозвучал выстрел. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.